Парацетамол, аспирин, левомицетин – на самые востребованные лекарственные средства цена в аптеках повышаться не будет даже в разгар простудных и любых других сезонных заболеваний. Меморандум об этом уже подписан Департаментом комитета контроля за медицинской и фармацевтической деятельностью и владельцами аптек. В этом году зафиксированы цены на 200 наименований лекарственных средств. А из 200 наименований 92 наименования производятся в АО «Химфарме». На 92 наименования лекарственных средств цена дешевле на 20%, чем республиканские цены. Список лекарственных препаратов, на которые, согласно меморандуму, цены должны быть одинаковыми во всех торговых точках, уже есть во всех аптеках. Перечень наименований есть у нас на стенде, висит на стенде, и можете подойти спросить у провизора. Все препараты в списке указанные у нас в наличии имеются. Если они даже если заканчиваются, мы быстро их заказываем. В прошлом году подобный меморандум тоже действовал, но лекарств в нем учитывалось на 50 наименований меньше. Ирина Притула, Константин Исупов, Талгат Примкулов, информационная служба телекомпании ОТРАР.